Привет, друзья! Настал еще один прекрасный день в нашей счастливой жизни. Сегодня я кофе пью из чашки, которую мне вчера подарила Оля. И каждое утро, если я просыпаюсь рано, я любуюсь вот на набережную, на горы. Это Вьетнам, город Нячанг. Мне эта картина очень нравится. На набережной сейчас очень много людей гуляют, йогой занимаются, пробежки делают и даже купаются кто-то в такую рань. Смотрите, друзья, чего делается. Мы купили билеты сегодня на это шоу на остров, и они невозвратные. Сейчас 10 утра, и пошел дождь. Я еще так удивлялась, что какой же хороший климат тут. Мы 5 дней, и нет дождя. Вот он и пошел, как раз когда у нас билеты куплены. Мы их вернуть не можем. Не надо было вчера покупать заранее в агентстве. Ну, мы подождем до 12, до часа, до 2. Сори. Да, beautiful weather. Пока что мы никуда не едем, но хотя бы позавтракать надо. Hi. Good morning. Пойдем. А у них вот где-то тут. This. Папа, this. Да, да, ask. Ну, ask. Go. Ой, я так себя чувствую, прямо вот сонная, вареная, как курица. Я даже рада пока, что дождик. Спать хочу ужасно. И не спится, главное. С утра, как всегда, кофе выпила. Давай. Пойдем, говорит, без зонтика. Я говорю, ты как хочешь. Он говорит, добежать-то. Я говорю, ты как хочешь, а я зонтик возьму. Я потом не хочу сидеть весь завтрак в мокрой рубашке. Омлет с сашей. Вот с такой увесистой булкой. Алмач омлет. Около $2. У меня маленькая порция картошечки. Зато салат. Это есть салат, папа? Нет? Не хочешь? Уже чихает, простыл, что ли. А там что внизу у них? Ресторан? Ну что, друзья, 3 часа 10 минут. В итоге мы все-таки поехали. Написал нам агент, говорит, звонили ему из Винперла. Говорят, ты продал 2 билета, почему они не приехали? Вот такие ответственные. А он нам написал. И сейчас так почти закончился дождик. Он говорит, не переживайте, русский парень. Вот. Не переживайте, говорит, вам понравится, все хорошо, и время еще есть.
Даже то, что мы не с 8 утра. Саши даже ужасался, говорит, как это так мне с 8 утра колбаситься до 8 вечера. Я, говорит, столько не хочу. Ой, как много, да, этих кабинок. А, и, похоже, вот этот вокзал, как Not One, да, Many. Везут вот эти кейбл-кары, канатная дорога на остров. Look like in Jaipur station. Yeah. So many, I never saw one time. So many. Я, говорит, не видел столько много сразу кабин. Длинная дорога, я смотрю. Может быть, даже народу будет не так много, если такой дождичек. Есть надежда. Угу. Пойдем, у нас нету выбора. Давай, чало. Лабиринт уже сразу. Прикольно. Ну, я так полагаю, раз они так сделали, ребята, значит, есть такие очереди. В храме в Джваладже, в Драмсале, вот такие тоже очереди были, полные людей. Какие приветливые. Уже так приятно. Да, Royal вообще, не то слово. Royal Life. Он говорит, я счастлив привести тебя сюда. И я, говорит, тоже наслаждаться буду. Thank you. Thank you. Да, и он тоже говорит, это значит, оказывается, что огромное количество людей сюда идет. Может, нам и повезло, что сегодня дождик. Потому что я читала, что там будете ждать полчаса, там дзен будете ловить. Thank you. It's the same. There's a wall in front of you. Mm-hmm. But then we have better distance. Да. Надо было дворники так, чтобы хоп-хоп. А здесь нету стекол, папа. No glass. Ah, nice. Yeah. Здесь можно, да, если что, снимать. Саши говорит, это самая длинная дорога, по которой я ездил. From here I can make video without any glass. Ага, сюда капает. Ой, папа, I love it. Ребята, так классно. Ой. It is very cheap to go for this trip. Да, в итоге, знаете, вот все говорят. $40 дороговато, но в итоге говорят, что это того стоило, да. Все, кто там побывал. Even this one cost €20 in Europe, if you know one time. Look in Dharamshala. They want ₹700 going back or ₹800, you know? Wow, beautiful. Oh, I love it. Саши, как ребенок, like baby, папа. Мама, you hold my video. Hold this one. Dancing. Hola. We look at that. Давай, dancing. I am in a helicopter. It's so beautiful. Look at that, my God. It's so beautiful. Мы уже под впечатлением. Еще ничего не случилось, но мы уже под впечатлением. It's so beautiful. Ой, Дарья, hello. Два блогера в семье из двух человек, что-то даже многовато. So nice, my God. Mama, this is a good memory for the life. Отличная память, да, для жизни это будет то, что good мы memory. Туда едем. Мы уже, говорит, далеко от этого здания. Nice color of water. А у воды все время такой разный цвет, у берега такой
кофейно-желтоватый, ну, песочный. А вдалеке бирюзовый, красота. И такая вот береговая полоса классная, красивая, столько отелей высоких. Вот как жемчужное ожерелье. Look at me, look at me. Да, да. Как индейцы все машут. So many people. Да, много детей тут. Wow, людей. Darling, this is beautiful thing. I wish if Masha, Dasha and Dima would be here. Он говорит, я бы желал, чтобы Маша, Даша и Дима с нами тут побывали. Ну, мы сейчас посмотрели, что это такое. И конечно, может быть, и как-нибудь привезут их. Там есть аквапарк, но я не стала брать купальник. Я думала, если будет жарко, то покупаемся, выедем с утра и пару часов там поплескаемся. Но решила, раз дождик, не буду я купаться. Даже не взяла купальник. We are going up and then we go down. Да. Up and down, up and down. Какие же молодцы вьетнамцы, как они облагородили свои курорты. Много людей возвращается уже, но может они с утра приехали. Мы-то хотели там в 7 вечера шоу фонтанов, вот это я хотела посмотреть. Up and then we go down. Green Pearl. Ой, одни эти капельки. Я говорю, я хочу на колесо обозрения. Он говорит, ты иди, говорит, а я на тебя посмотрю, потому что это быстро. Это в Индии быстро, у них там колеса обозрения, как сумасшедшие колеса действительно вращаются. А здесь я смотрю медленно, поэтому вместе пойдем. Здесь аттракционы включены в стоимость. Вот этот 950 тысяч донгов, $39. Включено тут все. Ой, как уж там красиво. Разноцветные домики. Очень красиво. Очень красиво, да. Сказочный городок. Диснейленд. Да, дарлинг, Диснейленд. Диснейленд. Изумруд, да. Похоже на изумруд, вода. I never had such a long... Смотрите, какие крыши. It is 10 minutes, мама. 10 минут more где-то 10. Ехали. Yeah. Больше 10, наверное, говорит. Да, ну что поделаешь. Добро пожаловать. Все такие приветливые. Hello. Hello. Сказка. Здесь есть и отели, но я читала, что они где-то от 3 миллионов, больше $100 за ночь. Не знаю. Хобо. Нам дали какие-то купоны на 200 тысяч донг. Которые мы можем проесть. А где мы можем проесть, я не знаю.
Ну, здесь все, да, здесь все мясное. Саши хочет кофе. А меня что-то с утра сегодня прям даже подташнивает от этой... Только кофе у них. От этой погоды давление как будто бы. Давай погуляем. Ghost House. Он показывает такие страшные вещи, как будто бы это привидение. Дьявол говорит. Я не знаю, что такое ghost. Наверное, привидение. Смотрите, интересно. Дизайн. Как будто бы это лампочки, но похоже на пробки винные. Let's see where is this around. Аттракцион, да. Uncle Kmart. Магазин, шоп. We don't need shop. You want shop? Хочет красан. Наш купон мы можем отоварить Win Wonder. Let's ask everybody where is Win Wonder. Корея Fashion. Корея. Давай, вставай. You look like help her, okay? Look like put umbrella. Фоточку сделаю. Саши, как будто бы он ее, да, прикрывает от дождя. Да. Пойдем. Отель Drop of Area. Win Wonders. Это вот там. Наше питание. Смотри, какая машинка. Look at this car. Крокодилы продают, мне кажется, what they sell. I think they sell ну, это... Да, raincoat. Что, они настоящие, что ли? Они реально настоящие. Владивосток, смотрите, написано. Владивосток. Одежда и обувь. The Milan. Many different things they have. Not only shops. Dubai fashion. Пока что улица магазинов. Парадайз и американский флаг, рай. Ой. Какая скульптура. KFC. Win Wonders, вот чайка нарисована. Смотрите, летают. А, вот Win Wonder. Здесь, наверное. Рыцари. Thank you.
Восхитительно. У меня аж мурашки по телу.